В центре Хабаровска Mazda Accel оказалась повреждена выпавшими из грузовика многотонными металлическими балками. МАЗ и японский седан ехали друг за другом, поднимаясь к улице Муравьева-Амурского. Автолюбительница хоть и держалась от грузовика на почтительном расстоянии, к тому, что конструкции начнут вываливаться из кузова, была не готова. Все, что женщина успела сделать – отъехать на метр назад. Дальше деваться было некуда. Сзади стояли другие машины. Резко отлетает задняя дверца и чуть-чуть... Слегка сначала они так высыпались, потом он резко, он несколько раз газовал, он газанул, они опять. Еще вот там на полметра. Я уже вижу, что вот они висят. Я назад отъезжаю, один раз начинает по полу на асфальт и все. Одна из балок, вес которой около 2 тонн, оставив в асфальте глубокие борозды, уткнулась в бампер Мазды. Шоферу грузовика только и оставалось, что оправдываться перед автолюбительницей и приехавшими для оформления ДТП инспекторами. Мол, конструкции были закреплены. Все дело в экстренном торможении, которое водитель применил, чтобы не врезаться в попутный автомобиль. Двигались, машина подрезалась. Я притормозил, потом дернулась, груз, борта не выдержались, вырвало полностью. Тросами закреплены были? Страховки были, они тоже порвались. Металлоконструкции мужчина вез на строительство военного объекта. Доставить их он должен был на улицу Серышева. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.